Под аккомпанемент политических скандалов в Киеве Одесская область ждет нового прокурора. Им уже наверняка станет сообщник Саакашвили, бывший грузинский генпрокурор и министр юстиции. На родине Зураба Адеишвили называли серым кардиналом. Он славился совершенно инквизиторскими методами борьбы с инакомыслием. Чего ждать многострадальной Одессе от грузинских уголовников во власти? И что об этом говорят в Тбилиси, расскажет наш сапкор в Грузии Ия Берсенадзе. Еще один соратник Саакашвили поменяет в ближайшем будущем статус преступника и беглеца в Грузии на положение высокопоставленного чиновника правительства Украины. На родине Зураб Адеишвили в качестве обвиняемого фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе и по делу об организации жестокого разгона митинга 26 мая 2010 года. Как это было, рассказывает один из пострадавших, Шакре Зурашвили. Только за то, что в его машине в день разгона сидела лидер акции протеста Нину Буджанадзе, спецназ так избил Зурашвили, что в больнице его приняли за покойника и хотели отнести в морг. Требовали, чтобы я дал лжепоказания против Нино Бурджанадзе и ее семьи. Якобы ее сын сидел за рулем машины, сбившей в тот день полицейского. Я отказался, и мне присудили 12 лет. Вышел на свободу по амнистии в 2012 году. Имею статус политзаключенного. Бывший генеральный прокурор Адеишвили, которого в Грузии называли серым кардиналом режима Саакашвили, методы борьбы против инакомыслящих выбирал инквизиционные. В недавнем интервью местной телекомпании признался, что главной ошибкой его правительства было злоупотребление властью, но обещал все исправить. После Одессы, конечно. Были проблемы злоупотребления властью, но все равно все было легитимно. Национальное движение во главе с Саакашвили обязательно вернется к власти в Грузии. В обновленном составе, но вернется. О методах Адеишвили с ужасом вспоминает журналист, основатель медиахолдинга «Georgian Times» Малхаз Гулашвили. Он тоже пострадал за свои политические взгляды. Говорит, что ему не простили участие в Евразийском форуме в Москве в 2010 году. После этого его шантажировали, даже похитили сына, вынудив самого оппозиционера бежать из страны. Но его все-таки задержали. Год он отсидел в Гданской колонии и на свободу вышел только после прихода нового правительства. Саакашвили может идеи генерировать, а Адеишвили должен исполняться. Поскольку у них нет Мирабишвили, вместо Мирабишвили Геолор Кипанидзе взяли, который, в принципе, хороший исполнитель для Саакашвили, и постепенно он свою команду собирает в Одессе. Как это все закончится до Одессы, я заранее знаю, но, в принципе, все убедятся в этом. Эксперты пока не спешат с прогнозами о роли Михаила Саакашвили в будущее Грузии. Но вот о том, что будет на Украине, они говорят смело и вещи называют своими именами. Приватизация и борьба с коррупцией – это перераспределение между собой имущества страны. А борьба с контрабандой в приграничных районах – это начало конфликта в Приднестровье. Как это было в Южной Осетии. Ия Берсенадзе, Нику Адеишвили, Вести Грузия.